Премьера оперы «Царская невеста» посвящена столетию со дня смерти композитора Римского-Корсакова. Вместе со съемочной группой вы узнаете, как рождается оперный спектакль. Опера «Царская невеста» уникальна сама по себе. Ее автор, Римский-Корсаков, участник знаменитой «Могучей кучки», сделал ее удивительно простой. В этой простоте гениальность автора. Потому что он сделал акцент прежде всего на кантилене, а не на хоровых номерах. И за эту удивительную по красоте мелодию любят слушатели и зрители эту оперу. Этот спектакль не так давно был в нашем репертуаре, но сейчас мы решили, что без «Царской невесты», без Римского-Корсакова как-то будет репертуар наш неполный. И поэтому дирекция театра решила поставить этот спектакль вновь. Совершенно разные постановки. Здесь и подход разный, здесь декорации какие. Это целый город. Я богатый мальчик, я массовка. Моя роль купчихи. Как вы видите, вот такие вот у нас костюмы. С такими вот широкими плечами. Вот. Много кто у нас. У нас есть синые девушки, у нас есть дворовые девушки. Автор постановки – знаменитый оперный режиссер Михаил Панджавидзе. 5 спектаклей, представленных на фестивале, его работы. С точки зрения своего сюжета, видимо, это будет всегда история взаимоотношения власти и народа, история взаимоотношения людей, которые губят друг друга, история взаимоотношений страстей, которые приводят людей к краху. Я думаю, это вечная тема, которая всегда будет близка людям. Это история о любви, любви страстной, всепоглощающей, сжигающей все на своем пути. Драматическая история любви опричника Григория к дочери купца Марфе. Действие происходит в эпоху правления Ивана Грозного, который выбирает Марфу в жены, хотя она уже помолвлена с боярином Иваном Лыковым. Образ Собакина – это отец царской невесты Марфы Собакиной. Ну, я уже в нескольких постановках участвовал в Большом театре. Ну, в общем, привлекателен тем, что это очень ярко написанная роль, ария хорошая, шаляпинская роль, он тоже это пел. Вот. И помимо вокальных таких трудностей, ну, есть образ такого русского степенного мужика, дочь которого берет в жены Иван Грозный. Этот случай описан в исторической литературе. Царь собирался жениться третий раз. Царскую невесту Марфу сразил недуг непонятного происхождения. Ходили слухи, что она была отравлена. Гнев царя пал на родственников ранее умерших цариц. Их казнили специальным ядом. Грозный все-таки женился на угасающей Марфе, надеясь исцелить ее своей любовью. Но чуда не произошло.